Так, Икарус против Кета. Физики у нас различаются. Кет топовый кутришник, Икарус топовый ЦПМер, он же Аркон, он же... Тоже он. Он все подряд, я так считаю. Банится Медива. Так, играем по 10 минут. Две физики. Первую играем ЦПМ. ЦПМ стоит. Бан Медива. И Энигма. О! О боже! Энигму забанили! Ву! Минус Энигма! Играем пушки! Ву! Она не то, что... Она сложная, скорее всего, была для челиков, поэтому ее банят. Рулетка, да, Клейпал, привет. Так, забанили Абидос и... Амарант. Забанили Амарант. В итоге играем Каунтач. Карта от Аксоса. Так, это у нас кто играл? Шторм. И Шалон. Я просто себе там записи откладываю. Ну и давайте перейдем и уже начнем. Итак, первая карта пушки на сегодняшний день. Играем Каунтач. Кет уже там. Кет играет в ЦПМ. Где вы еще такое увидите, ребята? Просто посмотрите на это легендарное событие. Воу, как он вылетел жестко. И залезает на финиш, да, Кет. Все, Кет первый финиширует. 36 у него и 9. А Икарус пока что не финишировал. У Икаруса еще все впереди. Эта карта на самом деле, не в обиду, конечно, Аксусу, была под небольшим вопросом, потому что... Я, честно говоря, прямо не помню точно на 100% почему, но она была под вопросом. Почему-то она Носфу не понравилась по некоторым соображениям, поэтому... так уж все случилось. Но мы по итогу, ну, я как бы сказал, я поиграл эту карту, естественно, я ее тоже потестил, и это Аксос Маппер. Ой-ой-ой, офигеть, у Икаруса роут, что за роут? Зачем? Иди! Привет, Кенекс, иди, Икарус. Да, роут, естественно, может быть лучше. Естественно, всегда. Данный тайт безусловно прав. Всегда можно сделать лучше. Всегда, потому что это дефраг. Это просто игра крови, слез, пота и старательных лучей. Да, но пока что выглядит Икарус, несмотря на то, что попытки весьма агрессивные предпринять что-то очень классненькое такое и быстрое. Выглядит пока что Икарус достаточно безобидным. Кет, по крайней мере, уже один раз прошел карту и ловит вот 2х не очень хорошо, но ничего страшного. Я думаю, что Кет не бедный, я думаю, что Кету самое то поиграть в Мордор физики, так сказать. Так что да. Россия против Венгрии. Счет по картам 0-0. Играем до одной победы. Икарус ловит 2х, но не очень активно. И я бы на месте Икаруса лучше бы просто сейчас прошел, допустим, разочек карту. И в дальнейшем мы бы просто наблюдали, как он пытается себя перебить. Потому что оставлять пустой тайм, как бы... Типа, ай, да пройду, да успею. Всякое бывает. Бывает всякое, тем более, что Икарус... Делился своими мыслями по поводу того, что он он, кстати, вот он сделал, у него получилось, он сейчас гранаты пройдет.
делился мыслями по поводу волнения. А, не получил здесь гранаты. Давай. Давай. Куда кинул Икарус? Давай. Давай, Икарус. Давай. Финиширует Икарус. 30-41,7. Разница у них в 5 секунд. Ничего страшного. Кьют делает отличный 2х. К сожалению, не дострейфливает, потому что немножко криво словил и заскимил стенку, на которой нужно делать 2х. Но ничего страшного, я думаю. И Икарус тоже ловит отличный 2х. Долетает до телепорта. И на самом деле может сейчас полностью перевернуть игру. Остается всего 5 минут. И в ЦПМ, возможно, у Кета больше не будет шансов. А в ВК3, может быть, Икарус как-нибудь и выберется. И делает... Отличный 2х, нет, нет, не залетает, не залетает с 2х с гранат. А что с углами, почему, почему не под себя, почему так? Икарус на самом деле мог сейчас вообще полностью перевернуть игру. И, к сожалению, у него это не получилось. Он делает, пробует рабочее название, написано сверху справа. Да, на самом деле, Кет просто прошел Thank you, Access. Кет просто прошел, на самом деле, карту. Особо не париться. Ну, чтобы я через консоль открыл. DDC 2018-Countach. Yep, thank you. Thank you, Access. Thank you, Arlo. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Ну что, остается 5 минут. В итоге может случиться так, что Кет победит не в своей физике. Естественно, он будет в большом преимуществе в своей физике. А Кипиш же участвует. А, Варпак. Это Варпак. Да. Не, Варпак не... Варпак не должно быть этих карт. Если они у него вдруг есть, то мы кого-нибудь забаним. Допустим. Почему бы и нет? В общем-то, я верю. Я верю, что 4 минут более чем достаточно для того, чтобы Икарус смог перебить Кета. И вот пушки, на самом деле, гораздо динамичнее. Можно и комментировать, да, и что-то происходит постоянно. И все-таки, если, Икарус, ты меня слышишь, я тебя прошу, ты можешь просто взять и... просто финишировать хотя бы карту. Не, они будут опубликованы после турнира. И в дальнейшем по исходу голосования будет выбрана лучшая, и часть призового фонда отправится мапперу. Я надеюсь, что моя будет лучшая. Да, а потом бы мы тебя не допустили на турнир и выгнали из андедов. Итак, что мы имеем на данный момент? Остается у нас 3 минуты. Имеем мы, что Икарус прошел 41,7, сделал 5 секунд. Так и у нас разница. За ним все получилось скринтер. Нет, 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 нет. Вряд ли. 36,9 у Кета. Ну, половина, да, игроков так и сделано на самом деле. Но мы вроде лишние роли никому не дали, поэтому надо будет расформировать потом роли. Хотя роли можно оставить, типа участники, некогда участвующие, некогда участвовавшие в дуэльном. Ну, мы потом обсудим с носом, это не критично сейчас. Привет, Хеликс, рад тебя видеть, давно не виделись. Кет пытается делать 3х у нас на гранатах, у него это иногда получается, иногда нет. И сейчас в дырочку упадет, нет, не упадет, потому что там клипы, потому что везде клипы, 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 клипы. Это святое в таких дырявых картах, если нету клипов. На такой карте это не карта, это просто не пойми что. Итак, делает 2х, нет, не делает 2х, Кет проходит с гранатами. Икарус точно на том же месте видит, как Кет кидает гранату и ловит отличный 2х. У Икаруса есть, есть все шансы. Сейчас, нет, он падает, зачем, как он падает в эту дырочку, боже. Офигеть, остается 1.5 минуты. Да, мы сделаем, 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 хулиган, не волнуйся. Все, все сделаем, ребят. Икварус.
Да, у Икаруса есть классный роут, он очень... очень хочет его сделать, но у него не получается. Мне кажется, он немножко перенервничал. Просто перенервничал. Это его первый серьезный такой турнир. Он, у него нету матерого опыта. Как говорил Колем, опыт похуизма, вот этот скилл похуизма, который должен присутствовать у игроков, которому все равно, что и где он играет. Ему нужно просто выполнять свою работу и все. А Кет тем временем может сейчас перебить свой тайм, потому что он только что прошел ракету и может сейчас финишировать изи-гранаты, если у него получится 3x. Нет, у него не получается, он будет делать 2x. Да, Икарус, я говорил, да, не один раз, что лучше просто тихонечко пройти, немного лучше свой тайм, тем более, что у Кета именно так и сделано, по-моему. Поднять читы за Икаруса, остается всего 40 секунд! Икарус! Кет тоже, нет, Кет всегда волнуется, ну то есть... У него всегда так. Если ты про внешнее состояние игрока, то что мы видим. Да, Икарус просто встал, к сожалению, да, мы... Хотя у него был еще шанс, но теперь уже времени остается меньше, чем идет карта, поэтому... Поэтому, да, можно сказать, стоп, сейчас. Все, все, все чин по чину. Таймер, когда наверх уйдет, возможно, Кет еще успеет что-то улучшить, но, по-моему, нет. Все, таймер вернулся, стоп. Пишем. И побеждает. Побеждает Кет в ЦП. Меняется физика. И играем в ЭКУ-3. У Икаруса есть сейчас все возможности. У него сейчас есть абсолютно все. Да, сейчас ты, Димон, будешь в сторону. Глянь на сетку, братан. Давай я за тебя гляну. Следующая дуэль. Торнер Тутти Фрутти. Ух, жарища. Ух. Если по физикам 1-1, общая сумма таймов решает. Нет, по сути нет. Икарус может сейчас в ЭКУ-3 дать просраться ему на самом деле, потому что Икарус... я не знаю, как по счет прямо Икаруса, но я всем настоятельно всегда рекомендую играть в обе физики. Да, спасибо, Пуз, за информационную работу, потому что ты можешь это делать более оперативно, чем я, поскольку у нас задержка небольшая на стриме. Да, Икарус Кету. Потому что Икарус это фейк, это арка. Он же Шио, он же Киди. И Сайрекс, кстати, тоже он. Кстати, Хокс это тоже он, вот это вот. Поэтому я считаю, что может дать Икарус. Может удивить Икарус Кета. Да, возможно, перенервничал. Сайрекс, ты кого? Угораем. Ну просто, кто внутри тусовки, кто следит за дефрагом, в отличие от тех, кто не следит за дефрагом, потом вдруг приходит и говорит, что я хочу участвовать где-то. Все знают, что... Икарус это... Ну, все смеются, что он только-только вроде бы начал, но у него отлично все получается. И для своего опыта он играет очень-очень даже хорошо. Поэтому... Ой-ой-ой, какой 2х сейчас Икарус сделал? Я говорил! Поэтому все говорят, что Икарус типа фейк и там вот это все. Ну, не смеши, но мы не... Так, я же не серьезно. Ну, Варпак, ты же понимаешь, что это все рофлы сообщества. Вообще у Икаруса получается достаточно неплохо. Видно, все равно видно, конечно, небольшая пропасть в опыте, да, непосредственно в движениях. Отличный 2х ловит, но почти отлично. Пуни, да, поддерживает Икаруса. Да, я на самом деле тоже болею за Икаруса. Я бы очень хотел, чтобы он дальше прошел.
Хотя, возможно, кастер не должен. Болеть за кого-то, да? Должен болеть за красивую игру, но глядя на Кета, красивую игру нельзя увидеть, поэтому болеем за Икаруса. Щиты за Икаруса, ребят. Просто щиты за Икаруса. Икарус человек ультимейт оп. Да, просто Икарус, не имея вообще опыта, грубо говоря, в дефраге, он просто не... Не знаю. Овчаркин, бани Нигму, пожалуйста, я тебя умоляю. Просто не имея практически никакого опыта в дефраге, он взял и... сделал ультимейт оп. Я не знаю, это очень жестко. И на самом деле по таймам у нас 37-0 пока что у Кета. Почти такой же тайм у него, как и в ЦПМ он ставил. У меня кончилась вода, и я бы, с вашего позволения, быстренько сбегал и налил прямо вот из-под кранчика под большим напором в течение нескольких секунд себе стаканчик грязной хотя бы водички, потому что мне нужно полоскать горло для того, чтобы с вами активно разговаривать. Нужно понимать, вы же все взрослые ребята. Извините, что не предусмотрел и не поставил рядом с собой 5-литровую тару, если бы мне ее вообще хватило. Потому что отвлекаться от турнира — это абсолютно непрофессионально, и я очень-очень прошу прощения. Да, простите, пожалуйста. Итак, give us food, he doesn't need to drink water every 5 minutes. Так, пуни и бам. Дальше смотрим, что у нас. Никаких изменений не произошло, Кет по-прежнему... Ой, какие граноты классные, залетает наверх. Илья простит, нет. Итак, вообще у Икаруса на самом деле прослеживается очень классный роуд с ракетами и с гранатами, но, к сожалению, у него не получается. Кет пишет, хопа, делает 33.6, на самом деле, очень классно сейчас прошел. Перебивает себя в Q3. И Икарус сейчас залетает, проходит гранаты. Давай, давай, тайм, тайминг, тайминг. Просто, просто пройди, Икарус, пожалуйста, не торопись. Не нужно нервничать, нужно собраться. Принять, что... Все не так просто, и да, к сожалению, он падает. Жаль. Да, ну вот пусть видишь, как оно бывает. Вначале ты квалифицируешься, проходишь все этапы квалификации. Все такие, ты видишь нос, да, что происходит? Типа все такие, ай, да я не буду. В итоге сидят в чате, короче, и говорят, о, я бы поиграл. Как круто просто. Вот это норм. Вот это тема, вот это я понимаю. Мы с тобой нос потом отдельно поржем, наверное, да? Да-да-да. Итак, Кет прошел первый флаг. Айкарус уже второй флаг прошел и 42.7 ставит. И Кет. Да, Кенекс совсем немножко не успел. К сожалению, уже первый этап заканчивается. И мы никак... Ну, если только ты с Носфом каким-либо образом договоришься. Но сетка уже сформирована, на самом деле, поэтому... Да, я потом обязательно... У меня есть, да, определенные мысли, как сделать красиво потом после турнира. Я обязательно с максимально каждым участником поговорю. И да, как правильно заметил Тутифрути, 29.0 делает Кет. Естественно, в Q3 это его родная физика, и ему намного проще в ней играть. Икарус, несмотря на... Как бы Кет тут балуется, да, видим мы уже. Икарус, несмотря на... Как бы очевидный...
не то, что очевидно, ему просто не хватает опыта. У него есть скиллуха, у него есть вот эта жилка дефрагерская, благодаря которой он на варкапах очень классные места ставит, благодаря которой он как минимум отквалифицировался тоже, и точнее он не отквалифицировался, а он первый, по-моему, в очереди на замену. Вы можете потом посмотреть актуальные новости и мемы в группе ВКонтакте, и можете посмотреть также на DFCOM с информацию по поводу тех, кто отквалифицирован, кто не пришел, кого заменили и так далее. Ну и в общем-то, да, остается минута. Все написали кет. Давай, Икарус. Не спеши, братишка. Просто не спеши. Я всегда, я пытаюсь наставлять во время варкапов. И я уверен, что почти все мои советы на данном турнире пригодились бы тем, кто их следовал бы. Нравится, да, Антон, тебе? Нормальная карта, да? Вообще огонь карта. Там еще рампа есть, можно рампы юзать. И всякие 2x везде вообще. Очень классная карта. Выглядит отлично, да. Оригинальный дизайн в стиле примерно как DFVC 17. Была какая-то карта, да, от Ютуна, по-моему. Но у нас не норм карт нету, если только Медива, да, который все банят эффект. Поэтому такие дела. Остается 20 секунд. Очевидно, что если у Кета 29 секунд рекорд, то Икарус в два раза быстрее, к сожалению, не сделает. Поэтому да. От Морбуса. Или от Морбуса. Да, ну что-то такое. Честно говоря, я не буду врать, да, не помню. Поэтому да. Просел у нас в итоге человек 5, по-моему. Да, все, стоп. Выиграл в итоге Кет. Давайте посмотрим на сетку. Я вижу, да. Я стараюсь в ОБС, типа, сам. Так. Что у нас, видим, по сетке? Кет в дальнейшем будет играть в ИКУ-3 физики, совпадает. В ИКУ-3 физики будет играть центром. Последняя завершающая дуэль. Это будет очень потная заруба.